Когда человек задается этим вопросом, вот он приезжает на какой-то семинар, неважно, сатсанг, как угодно, вот я хочу найти себя. Человек сугубо уже находится в какой-то определенной своей программе, которую он не замечает. Эта программа обусловлена, естественно, годами жизни, средой, какими-то интересами, которые культивировались. И все это закабаляет человека в определенной чистоте. То есть то, что допускает эта чистота, то и может быть обнаружено. Если же человек вообще не замечает, что он в ментале, не замечает этой персонажности, не замечает, что он этим обусловлен, то он априори не может обнаружить себя настоящего. Все, что он может, он будет обнаруживать только идею об этом, концепцию, но не более. То есть это будет все равно ментальная игра, ментальный такой пинг-понг. Так, а может это, может быть это.